Рыбу половить, рыба не ловится. Смотрю, значит, на берегу лежат осколки горшков. Вот, в общем, полно. Ну, думаю, да, и думаю, молясь, копну. Бабац, 3 копейки. 1868 год. Идеальное состояние из грязи. Вот так рыбалка получилась. Ладно. Вчера, значит, нашел сережки на реке. Но камеры не было. Думаю, ну ладно. Ну что, значит, 3 копеечки. И вот рядышком еще одна монетка. Пока что неизвестная. Сейчас посмотрим. Ай, жижа. Ух ты, Катька. Вот это да, вот это номер. А кто же это? Копеечка, что ли? Ха! 1700. То ли 40-й, то ли 50-й. Ха! Вот это рыбалочка. В общем, на данный момент 3 монеты с 1 квадратного метра. 3 копейки, копейка. И вот еще рядышком. Сейчас посмотрим, кто это. Вообще монетки просто в идеальном состоянии. Я в шоке. Деньга? Что-нибудь поинтереснее нельзя было потерять. Моя прелесть. Вот такая у нас рысь. Думаю, не иначе, как какую-нибудь закладуху в берегу раскопал я. Уже 4 монетки на таком участке маленьком. Так, а где она? Она ж тут лежит где-то. А, вот она. Так, кто это? Да ладно. Вот это да. Вот это я закладуху выкопал из берега. 1736 год. Нормально. Вот так горшочки. Вот это бережок. Клад, 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 клад. Ну, а теперь самое вкусненькое. Всем любителям сказочных комочков. А? 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 А-а-а! Да тут средневековьем попахивает. Хоу! Женский перстенечек. Моя прелесть. Вот это я зашел. Класс. Пойдет. Реально клондайк. Надеюсь, меня никто не видит. Хоп. А это уже средневековье поперло. Японский магнитофон. Пипец. Офигеть. Я просто, у меня слов нет. Вот это кладет. Офигеть. Вот это да. Вот это да. Весь рельеф, все как новенький. Охренеть. Я в шоке. Кто-то купал свою коняшку здесь. И на Руси также машины
мыли, как и сейчас. И снова кто-то здесь мыл коняшку, как и сейчас моют машины. Вот так вот. Такая вот у нас Русь.